несколько слов. В нашей памяти сегодня вспыхивают словно искры самые яркие, самые красивые воспоминания о годах учебы в колледже культуры. И, конечно, мы вспоминаем и занятия, и концерты, и экзамены, и, конечно, педагогов, наших любимых, наших дорогих педагогов. И я, в свою очередь, конечно же, хочу поблагодарить моего педагога, мою любимую Светлану Леонидовну Зайцеву. Где вы, Светлана Леонидовна? Сколько совсем недавно, кажется, что совсем недавно это было. Вы нас учили, вы нас наставляли. Я помню каждый момент, помню ваши замечания, тонкие, точные. Помню ваши улыбки, за которыми хотелось прочитать. Рады вы тому, что мы делаем на сцене, или не очень? И я надеюсь, что мы оправдали ваше доверие. Надеюсь. Пусть все ваши ученики достигают самых высоких результатов в жизни, в творчестве. Я помню, как после получения диплома я сказал в камеру, что я надеюсь, что я достигну каких-то результатов самых высоких. Надеюсь, я оправдал ваши надежды, ваш труд. Спасибо. Сергей Павленко, аплодисменты, дорогие друзья. Зайцева Светлана Леонидовна. Спасибо, дорогие, за все. Низкий поклон, наши дорогие учителя. Колледж культуры. Живи и процветай. Еще раз ваши бурные овации. Сергей Павленко, Екатерина Крымер. Вызываем их на сцену. Даем им аплодисменты. Поздравляем с праздником. И примите от нас небольшие сувениры в честь юбилея Вятского колледжа культуры. Ура!